Здравствуйте, Александр. Большое спасибо за приглашение. Я крайне рад принять участие в нашем первом онлайн-форуме. И очень приятно, что есть весьма существенное внимание. Если честно, оно превосходит те ожидания, которые у меня были. Также хотел бы поблагодарить уже тех спикеров, которые были передо мной, поскольку действительно у нас есть и высокий уровень участников, и высокий уровень тех докладов, которые они делают, или тех умозаключений и анализов, которые они всем нам предоставляют и дают нам возможность с ним ознакомиться. По поводу методики моего выступления, я очень постараюсь как-то вернуться немножко в график данного мероприятия, поэтому постараюсь быть краток. Тем более, что основные заключения относительно качества настоящего документа уже были сделаны и уважаемым Шотой Гурамовичем, и Юрием Юрьевичем. Там как бы все понятно и все достаточно печально. Тем не менее, поскольку я более чем уверен, что администрация морских портов Украины, да и МИУ, хотели бы получить более конкретную критику, и чтобы они также не могли нас обвинить в том, что мы ограничились только общими словами, я бы хотел быть чуть-чуть, да, более детальным и рассмотреть этот документ немножко глубже. В целом, если бы я начинал, скажем так, или писал бы какой-то эпиграф к этому анализу, то я бы сказал, что настоящая методика является иллюстрацией знаменитого анекдота, да, когда Петька с Василием Ивановичем играли в карты в Лондоне. И вот тут-то им карта и поперла, когда они поняли, что джентльмены в Англии верят на слово. То есть, собственно, это документ, это идеальная хотелка, чтобы у МПУ все было, и им за это ничего не было. Да? То есть, когда собирается гигантский объем денег, затем в первую очередь, и это святое, эти деньги проедаются самой организацией, которая их должна собирать. После этого уже там 90%, 70%, 50% уходит в бюджет. Ну а на оставшиеся деньги эта организация, соответственно, сокрушенно разводит руками и говорит: ну извините, пожалуйста, у нас ничего не хватило, ни там что-то дно углубить, ни что-то построить и провести какие-то другие инвестиции. И вот это основной и принципиальный момент. То есть если мы еще вспомним, что украинские портовые сборы самые высокие в мире, и таким образом тех денег, которых хватает портам Турции, которых хватает портам Греции, портам Румынии, любой другой страны и на развитие, и на содержание своих организаций, и тому же Роттердаму, о котором говорил Александр Григорьевич, внезапно вот украинской администрации морских портов недостаточно ни для нормальной работы, ни для переезда в свой прекрасный чудесный офис, ни для поддержания безумного штата, ни для там командировок, ни для всего прочего. Поэтому я считаю, что концепция этих сборов категорически неправильная. Мы не можем отталкиваться от того, чтобы обеспечить потребности одной организации, какой бы уважаемой она ни была, или какие бы социальные стандарты она не хотела поддерживать. Таким образом, идеология затраты плюс в настоящих условиях в украинском бизнесе поддерживаться не может. Тем более, что, опять же, я понимаю методологически, когда Александр Георгиевич говорит, что давайте сначала согласимся по поводу методики, а потом будем говорить по поводу цифр. Это чудесно, но если мы согласимся по поводу методики, то тогда вы нам скажете: ну смотрите, вы же с методикой согласились, но вот понимаете, вот получилось по методике, что сборы должны быть увеличены в два раза. Но вот все же честно, это же методика. Поэтому методика должна сразу отвечать на вопрос, или вернее должна иметь некую цель. Мы идем куда? Мы идем к уменьшению портовых сборов или идем к увеличению портовых сборов? Если мы оставим их такими, как есть, тогда зачем она нужна? И в этой связи я также хотел бы поддержать Юрия и сказать, что зачем разрабатывать весь этот документ, если то, что есть, оно так или иначе бизнес устраивает, потому что грузы идут, но при этом те несколько сложных моментов, связанные там с разной конкурентоспособностью различных портов, либо с определенным кросс-субсидированием там судов с частичной загрузкой, судов с полной загрузкой, если эти вопросы можно было бы решить точечно, не занимаясь разработками огромных документов, которые в результате опять-таки приведут к тому, что одна организация будет иметь прекрасную и спокойную жизнь, на все же остальные вопросы она будет отвечать, что извините, но денег нам не хватило. Это первый принципиальный момент. Второй момент. Он не менее принципиален. В настоящем документе, в методике прекрасно расписали, какие расходы МПУ желает покрыть портовыми сборами, но ничего не сказали, что взамен получат плательщики портовых сборов.
То есть нигде нет внятного перечисления, ну там, назовите это как хотите, услуг, да, или тех действий, которые АМПУ и ее представители обязаны произвести. Они должны предоставить доступ к причалу. Они кому? Судну, агенту, экспедитору или не должны? Они имеют ли право брать деньги за какие-то еще дополнительные, там вы все знаете, выдуманные информационные услуги? Имеют ли они право брать деньги за какие-то пропуска? Вот вся эта хинея со свободными тарифами, о которых также Юрий говорил, я категорически поддерживаю, она должна быть либо выброшена, либо она вся должна быть перенесена в портовые сборы, должно быть написано, что весь комплекс услуг, который необходим агентам, экспедиторам, судовладельцам, кому угодно, он покрывается корабельным сбором, никакие дополнительные деньги никакими филиалами взиматься не могут. Третий и четвертый моменты, они также о них частично упоминались, концептуально неправильно покрывать затраты на поддержание внутренних водных путей за счет иностранных судовладельцев, концептуально неправильно покрывать точно так же затраты на содержание, собственно, центрального органа исполнительной власти и затрат научных заведений, поскольку оба этих, ну, скажем так, обе этих статьи расходов, они неконтролируемы, они ничем не могут быть ограничены. Завтра уважаемые институты или уважаемые МПУ решат, что им нужно всем ездить на Роллс-Ройсах или на Майбахах, и это будут затраты научных учреждений, которые почему-то должны будут компенсировать иностранные судовладельцы. И опять же я хотел бы напомнить, поскольку было мнение, или вернее, ну есть мнение о том, что портовые сборы так или иначе перекладываются на импортеров и на экспортеров. Да, это верно, или, скажем так, наверное, это частично верно в случае с массовыми грузами, но в случае с контейнерами и с контейнерной линией, которую я представляю, к сожалению, это далеко не так. Вы все прекрасно знаете, что контейнера приходят и уходят в страну в четком соответствии с той экономикой, которая есть у нее на текущий момент. Во время кризиса и 2008 года, и 2009, и позже в 2016 были моменты в разных портах мира, когда большие контейнеровозы приходили с десятком контейнеров на борту, но при этом они платили полные портовые сборы. Что будет у нас через 2 месяца или через 3 месяца? В 2016 году вы опять же помните, что были даже негативные ставки на перевозку контейнеров, когда практически судовладелец доплачивал клиенту за то, чтобы его контейнер уехал из одного порта в другой. Таким образом, заработает ли контейнерная линия на доставке контейнера, это огромный вопрос. В настоящих условиях следующих 12 месяцев, скорее всего, нет. Но получит ли АМПУ свой объем портовых сборов от захода нашего контейнеровоза? Конечно, да. Таким образом, ни украинские импортеры, ни украинские экспортеры не заплатят эти портовые сборы. Эти портовые сборы платят иностранные судовладельцы. И пока мы их платим, и пока украинские порты самые дорогие в мире, я бы хотел бы видеть, во-первых, четкий список того, что мы получаем, во-вторых, не платить ничего сверху, и в-третьих, мы не желаем, как иностранные судовладельцы, содержать за наш счет этот праздник неслыханной щедрости десятков организаций, тысяч сотрудников, которые занимаются непонятно чем, и чье качество их работы, что самое главное, вызывает огромные вопросы, начиная с этой методики и заканчивая всем нашим прошлогодним противостоянием как агентов, когда АМПУ внезапно решила, что они захотят сейчас лицензировать рынок и будут указывать, кому быть агентами, а кому не быть. Точно так же некорректно включать в базу затрат портовых сборов социальные гарантии, повышение квалификации, удовлетворение услуг коллективного договора. Все точно так же ахинея. Если АМПУ считает, что она коммерческая организация, что тоже более чем неправильно, она должна платить эти деньги из своей собственной прибыли. Александр Григорьевич уже тоже сказал, что портовые сборы могут меняться раз в 5 лет, а на самом деле в 3 года, а на самом деле есть ли отклонение. При этом этот процент отклонения заложен в методике в размере 10. Таким образом, любое, даже незначительное отклонение грузопотока на 10%, там стало в Украине на 10% меньше или больше ЖРК или руды или зерна, это тут же даст повод и возможность АМПУ пересмотреть портовые сборы. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда они будут управляться в абсолютно ручном режиме, меняясь каждый год. Это никому не нужно. Также говорились, то есть произносилось слово коэффициент рентабельности. Это, наверное, самая такая сакральная часть настоящего документа, поскольку что бы ни произошло, то есть у нас в стране может бушевать вирус, вулкан Кракатау может извергаться, но АМПУ всегда получит свои деньги, невзирая ни на какие изменения отчислений в государственный бюджет с точки зрения дивидендов, невзирая ни на какие изменения налога на прибыль компаний.
поскольку там заложена хитрая формула, когда определенный коэффициент рентабельности будет соблюден всегда. Но при этом мы, как пользователи портовых сборов, будем его оплачивать в размере от 465%, что будет выглядеть сегодня при 90% отчислений в бюджет дивидендов, до 173%, если вдруг величина дивидендов будет уменьшена до 50%. Но мы все понимаем, что 465% рентабельность – это полная и тотальная ахинея. Таким образом, самым правильным будет все-таки действительно пойти по пути, о котором говорил и Шот Игурамович, и Юрий. АМПУ – это неприбыльная организация. Ее, те поступления, которые они получают, портовых сборов, это не доходы. Они должны к ним относиться соответственно. Они не должны ни облагаться налогами, ни облагаться дивидендами, а АМПУ само по себе должно финансироваться исключительно из бюджета, и оно должно защищать каждую копейку. И самое главное, должно жить по средствам. Сколько денег они заработали, или вернее, сколько денег в конкурентной обстановке судовладельцы могут позволить себе платить за то качество услуг, которые они получают в украинских портах, вот эти деньги они должны получать. Это были, скажем так, основные претензии к настоящему документу. Можно сказать еще немножко о другом. Там два и три раза, несколько раз засчитываются инвестиции и в виде амортизации, и в виде инвестиций. Таким образом, сборы раздуваются. Кроме того, что также очень интересно, и то, о чем сказал господин Голодницкий, что корпоратизация позволит АМПУ привлекать финансы. Расходы на портовые сборы содержат в себе финансовые расходы. Это будет означать, что мы, плательщики портовых сборов, будем оплачивать и курсовые разницы на счетах АМПУ, и будем оплачивать проценты по их кредитам. Таким образом, АМПУ не будет вообще ни малейшего желания, возможности или необходимости даже обсуждать с банками те условия, которые они будут получать, поскольку в любом случае все оплатим мы. Это категорически неправильно, и этот подход требует отправки его в мусорную корзину, как это было сказано. Настоящая методика ничего не говорит о наличии судоходных линий, она ничего не говорит о процентах, на которые обычно, да, все мы привыкли, что линейные сервисы имеют определенную скидку по корабельному сбору. То ли это отголоски желания Минтранса, или вернее Мининфраструктуры полностью убить эту линейную скидку, то ли это их непонимание природы этой линейной скидки. Я хотел бы напомнить, что ее природой является регулярность отправок и частичная загрузка флота, которая компенсируется путем сниженного корабельного сбора. Это должно быть возвращено. Другое дело, что без абсолютных причин, естественно, невозможно ничего сказать о том, эта скидка должна быть 20%, 50%, 90%, 10%, поскольку мы не знаем, что получится в результате. Также следствием этого является использование показателя gross tonnage в качестве расчетной величины. Это крайне неудобно. Это приведет к проблемам и с прогнозированием, и с расчетными величинами. Мы бы предложили использовать просто тоннаж, количество груза, которое берет то или иное судно. Это и будет наилучшим расчетным показателем и базой для приложения портовых сборов. И тоже, по-моему, нет, еще не говорили о том, что есть коэффициент использования, неполного использования осадки судна. То есть если большое судно приходит в порт, где недостаточные глубины либо на канале, либо возле причалов, то в 316 приказе была возможность уменьшить пропорционально корабельный сбор. Здесь, в этой методике, почему-то эта возможность исчезла, она сохранилась только для Азовского моря, это тоже категорически неверно, и при этом базой для такого расчета должна быть минимальная лимитирующая величина, то есть это, допустим, осадка возле причала, но никак не осадка на канале, как это сейчас прописано там. Таким образом, резюмируя, вместо метода cost plus нужно было бы использовать конкурентный метод, то есть определить нормальную величину целевых портовых сборов для каждого типа судов и, исходя из нее, уже пересчитать методику. Либо это можно было бы сделать через текущий тарифный сборник путем введения каких-то понижающих коэффициентов. Использовать показатель gross tonnage некорректно. В методике должны быть исчерпывающий список услуг, которые мы оплачиваем и которые мы получаем за портовые сборы. Сборы не должны облагаться никакими налогами и дивидендами, они все должны идти на восстановление морской транспортной инфраструктуры. И самое главное, те расходы, которые МПУ может, хочет или желает пустить на свое собственное
благополучии, которые таким образом проедаются, они должны контролироваться, и они должны быть абсолютно минимизированы. Весь этот праздник командировок, офисов, зарплат и тому подобного, он не должен быть за счет иностранных судовладельцев, за счет украинской, так или иначе, экономики. Если у нас бюджет такой богатый, значит, пусть его оплачивает бюджет. Вот в целом такова критика настоящей методики. Буду рад ответить на вопросы, если они есть. Спасибо огромное, Андрей, за анализ. На самом деле, похоже, анализ такой полный, что даже вопросов нету. Так что спасибо огромное. Хорошо. До связи.